Volnovakha, un oraș situat la jumătatea drumului dintre Donetsk și Mariupol, a trecut sub controlul armatei ruse în primele zile ale așa numitei operațiuni militare speciale, inițiate de Rusia în Ucraina pe 24 februarie. Toate casele și gospodăriile sunt distruse, iar străzile lăturalnice sunt pline de tehnică militară abandonată. Oamenii, câți au mai rămas în oraș, stau la o coadă. Скажите, что означает белые ну, что мы мирные жители. Покупатели раздают? Ну, не знаю, мы еще не подошли. Дорого стоит сейчас? Мы же первый раз, мы не знаем. В этой машине бывает 20. А уже гривны ходят? Или рубли? Гривны. И гривны, и рубли, у кого что есть. Как вас живет сейчас? Очень плохо. Меня разбили полностью дом. Негде жить вообще. Как Боб скажу. И что вы будете делать? Другие люди могут уехать. Я не могу уехать. У меня мама парализована. И отец еле ходит. Не могу просто. Я ж не брошу своих стариков. Это когда было? В 24-го, да? Ну, 24-го, а я уехала к родителям 20-го. Как раз попали уже, как, ну, там была уже, как стреляли. Тут ужас, что было. Сказать, бомжи мы все, все. Все разбито. Ни жилья нету, ничего. Ничего нету, и сами чуть не сгорели. В чем стоим, в том и есть. Что говорить? О чем можно говорить? Что будет дальше? А что мы можем делать? Не выживать. Стоим с утра до вечера здесь за помощью. Да, ни аптек нету, ни пленки нету, ничего нету. У меня муж инвалид первой группы парализованный. Кто мне окна забьет? Никто. О чем говорить можно? И сами по чужим людям скитаемся. În parcul central, sau cea mai rămas din parcul central, găsește anunțuri cu ora și locul unde poți să faci un duș. Pe o masă sunt zeci de încărcătoare. În oraș nu este curent, așa că singura sursă de unde poți să îți încarci telefonul mobil este un generator. Заряжаем телефоны. Заряжаем телефоны, потому что связи у нас нету. То хоть будем смотреть время, фонарик, в подвале находимся. Da, zărădici. Cu greu poți să îți închipui cum arăta orașul în urmă cu o lună și jumătate. Orașul Volnovakha a fost distrus în proporție de 85%. În urmă cu o lună aici locuiau 27.000 de persoane. Acum au mai rămas doar 10.000. Pâinea, alimentele și alte produse de primă necesitate sunt cele mai căutate acum în Volnovakha. Oamenii stau de dimineață până seara în așteptarea unor ajutoare. Нас ребенок раненый. У меня открытый перелом осколочный. Ну, дома нет. Вот он мой. Под эти пальцы. Добрый день. Расскажи, как это узнал. Мы не поняли, услышали. Мы не поняли, услышали, что-то прилетело. И сразу фуф. Такой звук, и вижу, что кровь. Ну, а так, как таковой боли и не было. Страшно только было, вот это да. În afară de Volnovakha, multe alte localități au fost distruse. Oamenii nu știu ce să facă. Unii au plecat, alții însă nu au unde să se ducă și sunt nevoiți să rămână pe loc și speră că își vor putea repara cât de cât gospodăriile.